Соревнования по стендовой стрельбе начинаются! Спасибо. Ассаламу алейкум, уцы, ватцы. Это с этих слов соревнования должно начаться? Вот вообще, как подготовилась к этим соревнованиям? Прекрасно. Отлично. Вроде подготовился, а дальше как выйти? Не знаю. Приехал меткими выстрелами. Ну, допустим, меткими выстрелами, хорошим настроением, может быть. Так, у нас какая-то подготовка. Это любовь. Это сердечко, это страсть. Солнце лучше, будь со мной всегда. Это лето не забуду никогда. Не, ну медленнее есть, понятно? Подайте Христа ради червоня. Без тебя мне не прожить никак. Это лето я запомню навсегда. Всем добрый день. У нас сегодня проходит первый день соревнований по стендовой стрельбе, первенство и всероссийские соревнования до 21 года. Планы поставлены показать максимум, на который готов каждый спортсмен. У вас, мадам. Планы хорошие, пострелять настолько, насколько я смогу, насколько готова, и выполнить максимум, который требует от меня тренер и сама я. Солнце лучше, будь со мной всегда. Это лето не забуду никогда. Здравствуйте. Йоу. Саумали. Мяу. Мяу. Отличный интервью получается. Что случилось? Нам не разрешают говорить. Слава роду славянскому. Там можно что? Два. Толстов. У нас свой этот видео. Это лето я запомню навсегда. Все мы хотим победить. Для того, чтобы победить, нужно всем работать. Для этого нужна как работа тренера, так и обязательно работа спортсмена. В ходе этих соревнований будет разыграно 10 комплектов медалей и кубков. Всем спортсменам удачи и метких выстрелов. Желать удачи всем тренерам, чтобы у них были замечательные спортсмены. Всем спортсменам, чтобы у них были замечательные тренера. Я спортсменам желаю справиться с собой, победить себя и отработать настолько, насколько возможно.